Добрый день, с вами Ксения. Получила заказ от магазина мыло Опт. Коробочку я ранее распаковала. Как видите, ващину, листы ващины я уже достала. Ващину я заказывала для изготовления свечей. Они очень ароматные получаются и красивые. 10 листов. Так, покажу вам далее. Я заказывала масло миндальной косточки 1 литр производства Германия. Срок годности указан до 7.2019. Все нормально упаковано. Моя любимая мыльную основу производства Белоруссии Мелта с маслом манго 1 килограмм. И для пробы взяла, давно ее ждала, российскую основу, прозрачную, Soap Optima, килограммовую. Здесь накладная с перечнем моих товаров, сумма заказа со всеми наименованиями, что я заказывала. Брала для ващины фитилек 2-миллиметровый, производство Польша, 10 метров. Штампик для мыла, снеговичок. Уже пробовала со снежинкой, очень красивое мыло получается, советую. Отдушка малина. Отдушки я брала 2 штучки. Мыло получится очень ароматное. Производство Россия. Срок годности до 8.2019. 30 миллилитров. Также Tutti Frutti. Мне она очень полюбилась. Это отдушка. Тоже производство Россия. 30 миллилитров. И мой любимый апельсин, эфирное масло апельсинки. Производство Германия, 10 мл. Темная упаковочка. Спасибо магазину мыло Опт за быструю доставку. И бесплатную доставку, так как мой заказ был свыше 350 гривен. На этом все. Спасибо за внимание. Хорошего дня. До свидания.